Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на серии Магазин Кроли Плей, 7-й сервер, да, чуваки, именно 7-й сервер, потому что теперь я здесь буду очень часто играть, серьезно, пацаны, будет новая рубрика, поэтому все, пацаны, бегом, давайте ко мне на 07-м, я здесь буду играть, на 01-м будет серия выходить очень редко, потому что, ну, там уже нечего снимать, пацаны, администрация в видосах не помогает, а здесь администрация будет помогать в видосах, и видосы будут просто бомбические, у меня много идей, пацаны, поэтому поддержите меня, заходите на 07-й, вводите там мой ник, при возможности тоже буду вам помогать, буду здесь стримить, кстати, да, на этой неделе буду здесь стримить, и сегодня мы будем покупать машин для проекта, ну, думаю, догадались, какую машину, но... В первую очередь мне нужно избавиться от двух своих машин. Это у меня УАЗик, как он мне подарил подписчик, и Шаха. Сейчас я поеду и подарю какому-то чуваку, просто левому, эту машину, какой захочет ее себе. Я реально просто левому чуваку какому-то отдам, возможно, рыжику, у которого есть квартира. Я ему просто ее отдам, и все. Алан здесь не очень большой, давайте его, пацаны, поднимем, будем вместе просто играть. Ну, потому что на первом сервере реально уже нечего снимать. А здесь много возможностей, пацаны, поэтому я буду активно играть именно на 7-м сервере. Давайте я интерфейс, наверное, включу. Какой-то чувак, блядь, по встречке ездит. Так, давайте включим интерфейс. И поедем сейчас продадим ее. Продам BMW 5 с наклейкой Blood. Марк Хабибов продает, кстати, бэху какую-то на блатах. Возможно, это вон он и есть. Давайте я сейчас гляну. Что за номера? Ой, сори. Какие там номера стоят? За сколько ты ее продаешь? За сколько ты ее продаешь? Давайте спросим. За сколько он ее продает? Если не очень дорого, возможно, я себе ее куплю. 8,5. Она сток. Ку-ку. Тебе машина нужна? Нужна, давайте спросим. Фул тюнинг у нее? Если у нее фул тюнинг, можно, в принципе, ее купить. Чтобы не тратиться, тем более на блат номерах. Здорово, я твой видос смотрю. QQ, красава. Только не МГшите, пацаны, пожалуйста, реально. Заебись, классные. Тебе машина нужна? Дружище, тебе тачка нужна эта? Какая? Вот эта. Моя. Давайте спросим. Она на блат номерах, в принципе, мне ее дарили. У него интересное место есть. Если есть, я просто ему дам. Плюс. Давай, дружище, ответь мне, пожалуйста, просто. Я хочу ее, понимаешь, продать. Да. Хочу ее продать, поэтому... Точнее, подарить даже, не продать, а подарить. У тебя есть место для машины? У тебя есть место для машины? Давайте у нее спросим. Все, короче, я подарил ему эту тачку. Просто заебись, все. Не за что. Не за что тебе, дружище. И тебе спасибо. Так, давайте номера гляну. Какие здесь номера стоят? 3х, 3 единицы. За 8 миллионов отдашь? За 8 миллионов отдашь? Давайте у нее спросим. Давайте я пожму руку. Может, он мне ее за 8 отдаст? Я бы купил себе ее и за 8. Марк Хабибов продает ее. Ну, просто если брать для проекта, можно взять и на блатах. Конечно, можно пойти купить салона, вложить в нее 3 ляма, она будет в полном тюнинге. Ого, предлогай. Давайте за 8, короче, заберу у него эту бэху. Конечно, блин, я хотел салона взять бэху и просто... Хотя, стой. Дай я проедусь. Дружище, да, я проедусь, потому что вдруг она, если она не в фулл-тюнинге, у тебя транспорт есть уже. Дай руль, нужно ехать до дома. Мне нужно шаху продать, я точно забыл.
Открой ему. Пусть он тоже сядет, короче. Проедемся сейчас по бырику. Так. Упс. Что-то админов здесь много, вы заметили? Так, давайте заводим. И поехали, проедемся. Посмотрим, она в полном тюнге или нет. Если в полном, то я, в принципе, готов ее купить. Так, она в полном тюнге, пацаны. Я ему сказал, чтобы он документы показал. Мне интересно, какая у нее целостность. Большая или нет. Пробег у нее 8000 километров. Ебать. Гос, кстати, 5. Так, целостность у нее маленькая, блин. Ее придется чинить сразу же. Ну, блин, ладно, починим. Пробег у нее, конечно, большой. Но, пацаны, нам все равно, понимаете, нам все равно нужно для проекта, короче, для новой рубрики. Ну, это не новая рубрика, я думаю, вы уже догадались, для чего я покупаю себе бэху. И поэтому мы в нее вложим бабочки, в принципе, и все будет заебись. Надо будет целостность починить. Да и все, в принципе, ничего больше не нужно будет чинить. Сейчас я шаху продаю и покупаю у него эту бэху. Так, сейчас я шаху заберу свою. Сейчас шаху продам. Давайте я заглушу ее. Ну, блин, конечно, у нее целостность хуёвая. Но 8 лямов как-то дорого. Надо в ютубчик зайти. Я недавно смотрел. Так. Давайте ее продам. Да ее продать. Блин, жалко, конечно, она была в полном тюнинге, пацаны. Ну ладно, я ее продаю. Так. Как мне теперь отсюда вылезти? Эх, я застрял. Надо админу написать, чтобы слаб. Так, мне админы, короче, помогли. Я прошу его, чтобы он мне скинул немного денег. Хотя бы, потому что я сейчас целостность 450. Перекрасить надо будет и диски поменять. Это уже уйдет лям. Понимаете? У Кирюхи много BMW 5. Да, у меня на Мазинке первом. Может 7.8. Ладно, 7.8, так уж и быть. Так, вот номера. Скриншотик. Покупаем. Принять. Давайте пишем тайм, чтобы все было заебись. Так, все, я за 7.8 ее купил. Блин, дорого, конечно, серьезно, как-то дороговато, но она в полном тюнинге, пацаны, и блат номера стоят. Поэтому я думаю, в принципе, сойдет. Вот наша малышка теперь новая. Давайте пожмем руку. Сейчас поедем в тюнинг, перекрасим ее, поменяем диски и починим целостность, потому что она уже такая подушатанная. И надо будет сейчас ремку купить, я с дымом не хочу ездить, поэтому... Да, чётенько, довезёшь до 8B, да. Довезу тебя, дружище. Давайте я заведу аппарат. Теперь это моя бэха, пацаны. Ждите новых серийчек, пацаны. Рубрика будет называться «Супер трюки». Меня просто сейчас радость реально распирает, вы не представляете как, потому что, блин... Ну, на первом Азинге, знаете, как-то строго с этим, а может здесь я договорюсь, чтобы меня... За поля не садили, я буду только в сериях по полям ездить, тем я вам не советую по полям ездить вообще, за это наказывают. Жду новый видосик, да, будет новый видосик, пацанчик, подписчик, извиняюсь, просто у меня такая радость просто, пацаны, реально, я всем советую вам сюда идти играть вместе со мной. Блат номера стоят, конечно, я не любитель иксов, но выглядит прикольно. Ну что ж, пацаны, тюнинг, тюнинг, пацаны. Так, пишем тюн, короче. Сразу ее чиним, сразу делаем капиталку, сразу перекрасим ее, 222.0, тюн купить, так, что еще, диски, атом, по-моему, мега, по-моему, диски называются, кстати, нет, стоп, отмена, нет, диски, какие там диски у меня стояли, я не помню. Доллар, Атомик. Во, хаманы черные, вот они. Все, покупаем. Все, пацан, тачка готова, реально. Тачка просто в боевом режиме, все. У нее целостность теперь, по идее, должна быть 90 где-то. Карпас, пишем. 73. 89, я думаю, это нам хватит, в принципе. Тачка довольно-таки очень крутая.
админы тпхаются, просто преследуют меня. Ну чё, прикольно. Прикольно. Это тоже админ, блядь, за мной админы гоняются просто. Блин, ну это круто. Здесь админы реально отзывчивы и помогают. Ёбаный. Это нормально только что было? Чё за хуйня только что была? Я просто реально не понял. Чё только что была за херня? Так, ММ. Давайте я включу 3D номера, потому что я привык с такими номерами ездить. Ну, бля, это, пацаны, не мурка, конечно, но похоже, похоже, да, пацаны, похоже. Ну, вы чувствуете, да, что будет в следующих сериях? Будет просто мясо, реально, будет просто мясо, поэтому всем советую поставить колокольчик, подписаться на канал, заходить на 7-й сервер, кто хочет там попасть в серию. Я буду делать также свою фому, буду здесь активно играть просто каждый день буду здесь снимать, поэтому заходите. IP будет в описании, пацаны, вводите мой ник при регистрации. И всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.